сам занимаюсь уже с 95 года футболом, уже как 17 лет. Не жалею, что занимаюсь этим видом спорта. Можно смело сказать, что футбол — это моя жизнь, жизнь у нас одна, и я думаю, я ее посвящу полностью футболу. Тренировки у нас проходят каждый день, плюс которыми неделя наша завершается играми, либо товарищескими, либо сезоном. Вот, тренировки у нас проходят по 1,5-2, может, и даже 2,5 часа. Берем у наших тренеров все самое лучшее. Тренера у нас высококвалифицированные. У нас приезжали даже, тренировали тренер с Казахстана, который там отработал 2 года. Давал нам свои азы футбола, обучал. Перспектива нашего белорусского футбола состоит в том, что побольше таких тренеров иметь, которые проходили курсы, обучались на курсах, тех же там FIFA, UEFA, там на категории, которая сдается. Побольше зарубежных тренеров приглашать, которые могут что-то новое дать в наши команды. Строить побольше футбольных, сооружений, вообще там спортивных сооружений, где можно на самом деле вырастить будущих звезд.